Держать удар. Чемпионат по боксу собрал на Муромском ринге бойцов со всей Владимирской области. Более 40 спортсменов сегодня сразились за золото. За боями лучших наблюдала наша съемочная группа. Для Игоря Соловьева из города Собинки этот бой не первый. Боксом юноша занимается уже 5 лет. В его копилке первенство России. Сегодня он бился с огоньком и стал победителем. Первый день всегда так тяжело. Ну, только вливаешься в эту всю атмосферу, смотришь, кто чего, и потом дальше пойдет. А этим парням только еще предстоит выйти на ринг. Путь в этот мужской спорт у каждого из них свой, но любовь к нему общая. Сначала, конечно, не получалось, а потом начал ходить, на соревнования начал ездить. И так затянулся. Мне понравился очень. Я влюбил в свой спорт, и вот сейчас я здесь. Напряженные бои областного чемпионата в Муроме будут проходить все выходные. С завтрашнего дня, с 11 числа, будут бои проходить 12 часов дня. И в воскресенье финальные бои с 11 часов дня. Всех любителей бокса приглашаем посетить этот турнир и поддержать спортсменов. Лучших ждет чемпионат Центрально-федерального округа, а затем и первенство России. Юлия Казакова, Николай Младенов, новости Муром.